А звук берем и перемещаем вот сюда. Нашли еще одну гитару. Предыдущая гитара была прибита, а эта всего лишь привязана. Но на ней есть две струны, и они нейлоновые, и они, кстати, звучат неплохо. Эд Ширана, помнишь? Смотри. Как бы не было больно тебе, как бы не было сложно для нас, но когда твоя рука на моей руке, я не хочу ничего видеть, кроме твоих глаз. Ты можешь притворяться, говоря о своем, ты можешь не давать мне шанса, будто обречен. Давай исчезну просто так, провалюсь под лед, подумать только никто никогда не найдет. Don't leave me, listen to me. Бог знает о том, как я тебя люблю. Ты умоляешь отпустить, но я не могу. Прошу прости за эгоизм и за то, что вру. Прошу прости меня за все. И только Бог знает о том, как я тебя люблю. Ты умоляешь отпустить, но я не могу. Прошу прости за эгоизм и за то, что вру. Прошу прости меня за все, но я не уйду. И только Бог знает о том, как я тебя люблю. Ты умоляешь отпустить, но я не могу. Прошу прости за эгоизм и за то, что вру. Прошу прости меня за все, но я не уйду. Не уйду из Икеи. А зачем нам в студии, если тут 5 локаций? Так. Друзья, вы думали, мы в студии где-то снимаем? Нет, это Икея, мы просто ценники не показали вам. Что? Нельзя. Чего нельзя? Не надо тут так делать. Ну, как бы это магазин, и тут Ребята, нам везде рады, поэтому ставьте лайк, будем посещать множество интересных мест не только в Казани и в других городах, поэтому если хотите сходку у себя в городе, то пишите, почему бы там не устроить концерт или встречу, приедем, снимем много хорошего. А эта песня появится очень скоро во всех социальных сетях, ну и муз-площадках. И только Бог знает о том, как я тебя люблю. Умоляешь отпустить, но я не могу. Следите за новостями, не упускайте ничего, ни одной новости, поэтому подписывайтесь на Хижину Музыканта, поставьте лайк и ждите новых хитов. Стараемся для вас, пишем собственные песни, не только каверы. До скорых встреч.